Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян называют себя московскими шалопаями. Раньше в компанию входил и Михаил Ефремов. Сукачев рассказал, что стоит друзьям собраться вместе, как они обязательно заведут разговор об отсутствующем Ефремове. Какой он человек? Прекрасный. Просто характер такой. Это катастрофа со смертью человека ни в чем не повинного. Виновен ли он? Да безусловно. И виноват надо отвечать. Я всегда так к этому относился. Музыкант уверен, что трагическая история перевернула не только привычную жизнь, но и сознание Михаила. Дальше этот крест ему нести всю свою жизнь. Мы никогда уже не встретим того Мишаню, которого мы знали. После этой аварии и гибели человека, того самого Мишаня больше не стало. Вернется человек изменившийся. Сейчас очень важно, полагает Гарик, чтобы люди не забыли, что Ефремов – гениальный артист и в целом неплохой человек, который оступился. Об этом пишет Стархит. В нем всего понамешано. Но среди людей, кто знают его, среди друзей близких, это человек, которого все не просто любят, а обожают. Невзирая на все его внешние закидоны. Трепетный отец, который заботился о детях. Но теперь заботиться надо о нем. Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Водитель, в машину которого въехал Ефремов, от полученных травм скончался в больнице. Актер в момент аварии был пьян. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.